Ребята, как вы уже поняли, заказал себе новую компьютерную мышку. И вот благодаря новой почте она мне пришла, получается, через 2 дня. Получается, в понедельник я ее заказал, в среду она уже у меня. Так, открываем, смотрим, как ее упаковали. Так. Ага, кроме того, что она в пакетике. Так, тут все эти талоны. Так, кому интересна цена, короче, 450 гривен на сегодняшний день, это где-то 15-17 долларов. Где-то так. Это все не выкидываем, оставляем для гарантии. Так, после чего она упакована, еще бумага всякой там перемотана. Так, и оно куда картоночку положили, наверное, там, где вот это вот прозрачное окошко. Да, так и есть. Так, значит, смотрим. Мышка Logitech. Ну, А4, да? Или Logitech это и есть А4, если честно говоря, даже не знаю, сейчас засомневался. Так, пишем, что сигнал видим на 15 метров. Какая-то для дополнительная кнопка, я так понимаю, для повышения DPI или что-то такое. Так, от батареек работает 12 месяцев от одного комплекта. Интересно, тут одна батарейка или две. Так, маркировочка какая-то есть. Угу. Открываем. В общем, покупал не самую дешевую, но и не супер геймерская. Ух ты! А вот это, конечно, круто. Такого не видел. Сейчас покажу, что меня удивило. Батарейка идет в комплекте. Такого, честно говоря, никогда не видел. Так. Сразу открыл, почувствовался запах Китая. Так, смотрим, что тут у нас за макулатура. Так, это инструкция какая-то и гарантийный талон. Так, все это берем и ложим назад в коробку. Ладно, откладываем в сторону. Так, смотрим, мышка эргономическая, да. Так, есть углубление под вот этот вот Wi-Fi модуль. Так, открываем. Да, в комплекте идет одна батарейка, тут должна быть батарейка тут в полиэтилене. Так, значит, сразу, что мне не понравилось. В общем, мне нравится, когда на мышке есть переходничок включить-выключить, да. Тут я этого не вижу. Так, и не горит световой индикатор. Честно говоря, не пойму, она работает или нет. Или она, наверное, пока я не вставлю вот этот USB-переходник в ноутбук, не будет работать. Но это уже проверю потом. В общем, всем рекомендую. Она по-любому работает. Ссылочку оставлю в описании. Покупайте. А не хотите, не покупайте. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.